Добрый вечер, в эфире Акиярская студия телерадиовещания. Выпуск новостей. С последними событиями жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Вчера, 25 ноября, в районном доме культуры состоялся всероссийский праздник «День матери». На мероприятие были приглашены представители администрации, врачи центральной больницы, председатель пенсионного фонда, а также виновницы торжества – мамы. На торжество пригласили молодых мам, а также женщин, собирающихся стать матерями со всего района, и устроили для них праздничный концерт, чтобы женщины смогли отдохнуть от домашних дел и хотя бы часок посвятить самим себе. С прошедшим праздником их поздравили представители администрации района. Особое уважение вызывает то, что многие из нас выполняют не только главные назначения матери по воспитанию детей и сохранению уюта домашнего очага. Оставаясь женственными и очаровательными, вы проявляете еще и высокие профессиональные деловые качества, достигаете успехов в работе. Дорогие женщины, для того, чтобы сегодня поставить на ноги детей, нужны не только большие усилия и терпение, но и материальные возможности. Перед мамами выступили специалисты по планированию семьи и отдела образования. Собравшиеся на встрече мамы могли задать интересующие их вопросы представителям власти и социальных служб. Выступавшие говорили о значимости Дня матери, который среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, занимает особое место. Много добрых слов, благодарности и пожеланий звучало в адрес всех женщин-матерей. В настоящее время на учете по беременности стоят 288 женщин. За 10 месяцев 2013 года в нашем родильном доме было принято 328 родов, родилось 328 малышей. По сравнению с 2012 годом, это на 27 родов, конечно, меньше. Ну, вы знаете, из-за чего. И на 30 малышей получилось меньше. По району в 2013 году на свет появилось 453 новорожденных. За аналогичный период 2012 года 426. То есть мы на 27 детей в этом году родили больше. Поэтому мы ждем вас, приходите к нам, мы рады вам, вы благодарны нам. С праздником вас! День матери – праздник сравнительно молодой. Его учредили в России лишь 15 лет назад и отмечают каждый последний воскресенье ноября. И пусть эта дата не отмечена красной цифрой в календаре, этот праздник самый трогательный и долгожданный для миллионов женщин, которые носят гордое имя «Мама». Лисана Шумгулова, Федарит Билалов, Зафар Алибаев, Айнур Ахметов, Служба новостей. В целях реализации мероприятия «Дорожная карта» по развитию систем профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан Республики Башкортостан на 2013-2015 годы 22 ноября для учащихся школы села Уфимский была организована ознакомительная экскурсия на базе МТС Зауралья Хайбулинского района. В ходе экскурсии учащиеся задавали интересующие их вопросы о спросе на специальности, таких как оператор сельскохозяйственной техники, слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники. Представители организации очень подробно рассказали детям о своей работе, условиях труда и требованиях. Данное мероприятие назначено для того, чтобы ознакомить подрастающее поколение с новыми рабочими профессиями и рабочей техникой сельскохозяйственного производства. Так как наш район сельскохозяйственный, на это большое внимание теперь уделяется в районе на организаторство фермерских хозяйств и обучение подрастающего поколения сельскохозяйственным профессиям. Интереснее было юношам, они проявили неподдельный интерес к сельскохозяйственной технике и ее современной оснащенности. В начале экскурсии выступил Ахсан Карабаев, главный инженер машино-технологической станции «Зауралье», и рассказал о предприятии, поведал о профессиях, которые востребованы на данном предприятии, о сельскохозяйственной технике. МТС-ты көрділер, ауыл қожалығын көрділер, әзірге современный техниканы көрділер, бик қадығалар, біздің мына тракторлар бар, Джон Дир тракторы, класс тракторы, Т-150, вот соларды көрділер, Джон Дирдің компьютер, бүті автотрекмен ішлей бетіне трактор, соны қаранылар, бик қадығалар. Ну, оны мақсат еді қоя, что балалар бізге келхендер, мына бізде қалхандар, бізде ішлейхендер. Ауыл қожалығында нендей мына фермер болған халдәлі бізді амтеста ғана түгіл башқа жерде ішлеген халдәлі сондай неге енді сондай әзірге современный техниканы қолдануға керек бетінде современный техника современный технология соның бик әйбәт сара деп ойлаймын. Экскурсия всем ребятам понравилась. Они узнали много интересного и выразили желание принять участие в новой экскурсии. Лисана Шумгулова, Зафар Алибаев, Ильнар Карымгужин, служба новостей.
Өткен аднала Башқорт халық шағыры Салауат Юлаев, Сергей Чекмарев, Рами Гарипов, Зене Бейшева есемендегі премиялар лауреаты. Біздің яқташы біт Қадим Аралбаев үш сәфәрімнен бір аднаға туған яқтарына қайтып түшті. Хәм ол түрлі ауылдарды мелеттәштерімнен осырашу өткерді. Өткен сәра барышынды біздің ежәді түркімді қатнашты. Бірінсі ханлы Ақер орта мәктәбінде класс музейінде 5-ші класс оқушыларымен осырашу болып олды. Класс музей 2010-сы елді асыла. Оқыған мәктәбінде бик көп хазина китаптар, әмектәлікші бүләктәрін, шәхси документтарын, архив материалларын тапшыра. Бұл азбәптер түрлі осырашулар дәрістер олғаруда файдалы қоланма болып тұра. Бәдің мәктәптә инде мына 3-сі йыл класс музей эшләп килә. Һәм бұл класс музейда 5-ші А сыныфы балалары ултыра. Һәм бәдің балалар бұл осырашуды бик көтіп алдылар. На ниһайәт бүген осырашу була. Без улар менән оның иҗаты менән таныштық. Һәм бүген оның билдәле Тау ияһе дигән әкиәте менән тураһында яңа һөйләшү буласақ. Бұл сарала замана әкиәте Тау ияһе буйынса балалар менән яңа һөйләшү узды. Һәм балалар үзләренең әкиәткә бәйле һүрәттәрен яклап сығыш яһаналар. Тау ияһе кем бул? Ниндәй яңа ияһе? Шул хакта улардың карашы, фантазияһы сагылды. Һәм бик кызыкханалар, менә бул инде табигатьне хаклау, ниндәй генә ярлык булмаһын, ул табигатьне үзенең тигезлегендә тота. Тигез, менә әгәр дә бүреләр әдәйеп китһә, бүтән ярлыктар күбәя. Шуга улар бер-береһен теге тигезләп торалар. Ә инде менә борынгы замандардан булган тау ияһе, шундай ук һирәк осырай торган кар кешеһе, шуннан теге урман кешеһе дигән исемдәр йөрткән ян ияләре, ул дөрес әйткәндә башкорт җирендә алпамышалар булган. Бик зур кәүдәле алпамыша кешеләр. Улар киим киймәгәннәр, костюм киймәгәннәр, тун киймәгәннәр. Менә шул алпамышаларның дәвамы бүген кар кешеһе, әбулмаһа тау ияһе. Балалар буны аңланнар төшенделәр. Һәм менә табигатыбызны хаклауга бәйле, безнең экологияның сафлыгына бәйле, йөребезне, һавабызны бысратмай яшәргә кирәк, яр буйларыннан субсарды тазартырга кирәк дигән тема килеп олгаша. Мин балаларның менә шу әкият менән асыл да ул әкият кенә лә түгел. Ул замана әкияте, бүгенге безнең тормышыбыз шул. Шуга бәйле дәрес үткәрүләренә һөендем, ул катмарлыгына тема. Шуны улай ярып чыктылар. Әдептің бұл әкиетті бүгінгі күнде әлі актуаль. Бұл әмәлдің табиғаттың иелерін асылландырмасқа, оның менен гармония болдырыға, тирә-юньгә һөйү тәрбиәле мақсатында үткәрелде. Біздің районыбызда тауҙар төҙмәһе тарихи батырҙар исемен йөрөткән. Табиғат күренештәре менән бәйле тауҙар бар. Шулай уҡ табиғат ҡомартҡыһы Шайтантау заказнигы тураһында балаларға Рәзилә Байусҡарова һәм Әсмә Усманова таныштырып үттеләр. Шынан алата әйтті, мен хіз бұқыр деп әйтмейінім, онда тиені ехі бар дейінен, тау ехі бар дейінен. Шол хезі құрқытқандыр, мен де елік мұнда үзімдіре тиятығайым сиені, хәлі баласаға ауылдағы кішілер білхе, көбейіп кетірдер де, шынан ғым, мен меге мұнда ешіу қиын болатып, хәлі де құрқытқандыр. Әйінді олара кластар менен атлы Башқұрт поэмына презентация ұтқарылды. Бұл поэмала 1812 елғы ватан хуғышы яугердары Утәрбай Тұрымтаев һәм Боранғыл Ильясов тұрғанда мәқәлі алып баралар. Дәрісті тірі шағыр келіп қатнашуы бұл бік зор мәртәбе. Біз бұға бік тә шатпыз.
һәм тағыла шул яғы менән дә шатпыр Қәдим ағай ұшы мәктәптә оқыған, үзінің оқыған мәктәбіне келуі уға тағыла икеләтә шатлықтыр деп уйлайым. Бұндай саралар бик зур әһәмиәткә ия. Сөнки Қәдим олатай үзінең әсәрләрендә тирә-яҡта яҡлау, ата-бабаларҙың ҡомартҡыһын һаҡлау, әсә телен үҫтереү, булған батырҙарыбыҙ менән ғорурланыу мәсьәләһен күтәреп сыға. Ә инде беҙ үҙ сиратыбыҙҙа милләттәшебеҙ, яҡташыбыҙ Қәдим Оралбайҙың һуңғы сәфәре булмаҫ тип ышанабыҙ. Һәм үҙенең яңы әсәрҙәре менән халыҡты ҡыуандырып торор тигән өмөттә ҡалабыҙ. Ләйсән Ишимғолова, Зөфәр Әлимбаев, Айнур Рахмәтов, яңылыҡтар хеҙмәте. 21 ноября в дошкольном образовательном учреждении Шатлык села Кер отделом образования был организован районный конкурс «Мир музыки и танца». В конкурсе участвовали более 80 детей от 2 до 7 лет из 24 детских садов, в том числе 19 ансамблей и участников номинации «Вокал», 3 участника в номинации «Инструментальный ансамбль», 23 ансамбля в номинации «Хореография». Более подробно в следующем репортаже. В наше время всестороннее развитие ребенка средствами музыки и ритмических движений играет немаловажную роль в развитии творческой и гармонично успешной личности ребенка. В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой творческий коллектив отправить ребенка заниматься и как его развивать. Очень многие выбирают для своего ребенка занятия танцем для малышей. Как правило, все начинается с ритмики и ритмических движений. На таких занятиях ребенок не только научится красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и будет развиваться духовно. Ведь танец – это творчество, танец – это именно тот вид искусства, который помогает может ребенку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Детские сады района активно ведут жизнь в детских садах, прививают у ребят любовь к музыке, к творчеству. Торжественную часть праздника открыл заведующий детским садом Шатлык Айгуль Каримова. Дети всего районного центра показали свои творческие номера перед членами жюри. Конкурс начался с народных танцев, где воспитанники сумели показать свои яркие и веселые выступления. Обладателями гран-при стали ансамбли в номинации «Вокал» возрастной категории от 4 до 6 лет. Вокальный ансамбль из детского сада «Шатлык» села Акиар. Дуэт «Милешка» из села Макан. Следующая номинация «Вокал» возрастной категории от 2 до 4 лет завоевавший гран-при Рушиня Бекбаева детский сад БФНБ села Акиар. Среди участников номинации хореографии возрастной категории от 2 до 4 лет активно приняли участие населенные пункты Степной, Садовый, Акиар. В этой же номинации возрастной категории от 4 до 6 лет обладательница гран-при Саида Курбанова из села Макан. Такой же гран-при награждена ансамбль спортивного танца детский сад БФНБ из села Акиар. Также ребятишки из населенных пунктов деревни Мамбетово, Янтышево, Бузовлык, Абубакирово, Большабишево, Таштугай, Валитово, Илячево, Целинный, Уфимский, Подольск, Новый Зерган, Бурюмбай, Федоровка, Татарузяк, Антинган, Ивановка, Сагитово умело представили на суд зрителей и жюри яркие радостные выступления. Детишки своим выступлением подарили членам жюри и зрителям колоссальный творческий заряд и настрой на дальнейшую трудовую деятельность. Как же это хорошо, что в нашу жизнь возвращаются народные традиции и что наши воспитанники с детства имеют возможность познакомиться с культурными истоками своего народа. Александр Шимгулов, Зафар Алибаев, Ильнар Карамужин, служба новостей.
В рамках международного праздника Дня Матери в минувшие выходные состоялось соревнование по волейболу в детско-юношеской спортивной школе села Акиар. Была сплоченная веселая игра, борьба была не из легких, но доставила море позитива участникам. В итоге победу одержала команда из Акиарского горного колледжа имени Смагила Тасимова. Межрайонный турнир по баскетболу памяти учителя физической культуры школы номер 1 села Акиар Геннадия Федоровича Светлакова прочно вошел в традицию и проводится ежегодно. Подробнее в следующем сюжете. Ежегодно школьники, любящие баскетбол, и все любители этого вида спорта чтят память учителя физкультуры, который смог заразить их своей любовью к этому виду спорта. Участников соревнований приветствовал Урал Бухарбаев, который призвал юных спортсменов не забывать своих учителей и тренеров, стремиться к достижению больших высот в спорте. Также он отметил, эти соревнования со всем основанием можно назвать уникальными. Это дань уважения не выдающимся спортсмену, а простому учителю физкультуры, который считал своим долгом вложить в подростков любовь к здоровому образу жизни, которую они сохранили и после выпуска из школы. Геннадий Светлаков был одним из тех педагогов, для которого работа – любимое дело, способ самовыражения, возможность увлечь молодежь. В октябре 1993 года по инициативе учителя физической культуры наша школа Бухарбаева Ильмира Ришатовича и ряда выпускников был организован районный турнир по баскетболу в честь памяти учителя физики и культуры средней школы номер 1 села Акиар Светлакова Геннадия Федоровича. Немного история о нем. Геннадий Федорович Светлаков в 1954 году по окончании Уфимского физкультурного техникума поступил на работу учителя физкультуры и до 1983 года работал в данной должности. При его работе были культивированы такие виды спорта, как легкая атлетика, лыжи, игровые виды спорта. Прежде всего, хочу отметить такие игровые виды спорта, как баскетбол и волейбол. Именно этот турнир сегодняшний, он организован в честь памяти Светлакова Геннадия Федоровича. И эти турниры проходят ежегодно с привлечением спортсменов нашего района, Оренбургской области и города Сибай. И проходят на должном, хорошем уровне. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Из города Гай – команда юношей, из Сибая – команда юношей и 2 команды девушек, из сборной нашего района – юноши и девушки. В итоге баскетбольная команда юношей и девушек города Сибай оказались сильнее, завоевав почетные первые места. На вторых позициях – юноши из города Гай и вторая команда девушек города Сибай. На третьих – юноши и девушки нашего района. Стены зданий спортивной школы содрогались от возгласов игроков и болельщиков, пришедших в этот день поддержать команды. Лисана Шумгулова, Зафар Алибаев, Айнур Ахметов, служба новостей. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.